Тот, кто боится волков. Да, я посмотрю. Так лучше? Только не сегодня. Опять. Ну давай, не надо начинать капризничать, ты новый. Аги, попробуй этим. Мне нужны ножницы. Спасибо. Какой джентльмен.
Привет, привет. Как думаете, это не слишком? Лучшему датскому полицейскому Норвегии. Я не нашел датских флагов, поэтому купил норвежский. И вот, моя жена испекла. Шикарно. У вас прощальная вечеринка? Да. Удачи. Мне кажется, это грустно. Мы можем спеть для него? Оставить жену, это я могу понять, но сына... Всякое бывает. Ты не мог бы поговорить с ним, Стефан? В конце концов, ты же отец. Я отвечу. Йорген слушает. Да, это полицейский участок. Как вы сказали ваше имя? Вам надо поговорить с детективом Сковом, но сегодня его последний день. Я могу соединить вас со Стефаном Грёнделем. Он вступает в должность вместо него. Да. Сара Раск, психолог, сбежал, душевно больной пациент. Хорошо, до свидания. Она мертва. Халдис убили. Она сделала заказ час назад. И Эрки тоже был там. Эрки? Халдис? Халдис? Кофе сварила? Привет, пап. Вы полицейский? Да. Он побежал туда и потащил с собой женщину. Телефон. Он приставил ей пистолет в голове. Я была уверена, что он выстрелит. Объяви в розыск красную фиесту с белой задней дверью. Номер я не видел. Мы пытались связаться с тобой. Возьми Аги и Стефана. Здесь нет никого. Аги, Стефан и Йорген, все на месте убийства. Какого убийства?
Выяснил что-нибудь? Да, она мертва. Немного поздно для оказания первой помощи. Стефан, мы так и будем здесь стоять? Да, так и будем. С понедельника это дело мое, и я хочу все сделать по регламенту. Вот, если вам нечем заняться, можете взять и почитать. Да, сэр. Смотри, здесь все написано. Главная обязанность офицера полиции — пить кофе и есть пирожные. Если что-то все-таки произойдет, надо было привезти его торт сюда. Поскольку ты уходишь, я могу принять дела прямо сейчас. Еще не понедельник. Но я буду замещать тебя. Ты заходила внутрь? Нет. Что-то не сходится. Аги, сделай фотографии и сними отпечатки пальцев. Есть какие-то новости о сбежавшем из Линдберга пациенте? Нет. Линдберг же в том направлении? Да. Йорген, проверь наличие следов вон там. И смотри, куда ступаешь. Сегодня ты принимаешь решение, но ведь это меня повысят следователи из Нацбюро на следующей неделе. Стефан Грёндаль? Да. Карстен? Через 10 минут по тому же номеру. Найди пацана, который я обнаружил, и выясни насчет того душевнобольного. Мне надо сделать фоторобот банковского грабителя. Банковского грабителя? Последние новости. Полиция разыскивает красную Фиесту в связи с вооруженным ограблением банка. Теперь можешь идти. Больше в тебе нужды нет. Иди! Проблемы со слухом? Иди! Проваливай отсюда! Ну, это твой выбор. Четко выраженные скулы, узкий разрез глаз. Возможно, сам. Тип из тех, что тусуется на стоянках грузовиков. Казался непредсказуемым. Вооруженный грабитель скрылся с суммой приблизительно 500 тысяч крон. Я полумиллионер, твою мать! Вот это интеллект! Как я найду человека на территории площадью 200 квадратных километров без вертолета и собак? Вот, взгляни. Займитесь этим делом. Мы установили контрольно-пропускные посты здесь и здесь. Да. Звонили из детского сада, они будут плавать, а у него нет ни купального костюма, ни полотенца. Полотенца? Стефан, как ты мог забыть? Я не Стефан. Он одели. Я ловлю детей на магазинных кражах, как минимум раз в неделю. Как будто их родители поумирали. И родители Каника тоже? Между прочим, не исключено. Его отца никогда не бывает дома. Это очень прискорбно. Я ему не поверил, пока не упомянул Эрки. Он обладает опасными навыками. Вы верите, что это сделал Эрки?
Верю? Я верю в Бога. Это ведь не первый случай. Он убил свою собственную мать. Я хорошо ее знал. Очень хорошо. Он столкнул ее с лестницы, но его такие не признали виновным. Где-то тут у меня есть газетная статья об этом. Взгляните на это. Посмотрите на его глаза. Самого дьявола могут напугать до смерти. Здесь не все. Из нее вытекла вся кровь. Вся? Останови. Отмотай назад. Потихоньку. Почему она не сопротивляется? Они что, пара? Нормально он с ней обращается. Она числится пропавшей? Это не женщина. Простите, вы кто? Сара Раск. Психолог из Линдберга. Значит, вы меня ищете? Это мой Эрки. Вы сказали ваш Эрки? Что? Вы сказали ваш Эрки. Звучит как нечто большее, чем просто... Я несу за него ответственность, и если с ним что-то случится по вашей вине. О нем я сейчас волнуюсь в последнюю очередь. Сегодня утром, когда он сбежал отсюда и попал в заложники здесь было совершено зверское убийство. Ты оказался прав насчет того психа из Линдберга. Его видели на месте убийства. Спасибо, Стефан. Напиши отчет, я сейчас немного занят. Прошу прощения. Вы хотите сказать, что Эрки убил кого-то? Полный бред. У вас есть доказательства? Или вам просто нужен какой-нибудь псих? Есть свидетель, видевший, как он засаживает мотыгу ей в лицо. Свидетель ошибся. Эрки не мог этого сделать. Разве тот заложник показался вам буйным? Я не знаю, что там с вашим Эрки. Псих он, шизофреник или еще что. Моя работа — найти преступника, кто бы это ни был. Так что идите, нянчитесь с остальными и дайте мне разобраться с этим. Карстен, иди взгляни на отпечатки пальцев. Ты уже нашла что-то? И да, и нет. Ты заходила в дом? Нет, эксперты меня прогнали. Погаси сигарет. Отпечатки убийцы бесполезны. Не читаются. Зато отпечатки госпожи Хорн видны очень четко, видишь? Может, свои он стер? Тогда бы ее отпечатков тоже не было. Это... странно. Может, у него повреждены подушечки пальцев? Обожжены, например. Некоторые жуют пальцы. В смысле? Ну, если перестают получать медикаменты. И отпечатки пальцев есть только на конце рукоятки. У тебя дома все нормально? Что? Все нормально? Да, конечно. А у тебя? Само собой. Какого фига ты молчишь? А? Почему не говоришь ничего? Отвечай. Ты что, глухонемой? Отвечай, иначе прострелю тебе голосовые связки нахер. Отвечай. Ну,
Что ты чувствуешь, возвращаясь обратно в Данию? Не знаю. Могу тебя понять. Если бы я сжег все мосты и переехал в другую страну, я дал бы все женщине, которая сбежала с одним. Ты закончил? Я просто думал об Арвиде, сравнивая его с моим сыном. Отвечай! Отвечай! Да что с тобой такое? Сын видел смерть матери. После ее смерти он переехал жить к тетке в Штаты. Там он связался с каким-то магом. 7 лет спустя вернулся на родину. Один. Что случилось с его отцом? Без понятия. Наверное, спрятал голову в песок и сбежал. Успокойся. Прекрати. Заткнись, твою мать! Да заткнись, или я прострелю тебе голову! Хватит! Черт! Нам сначала заехать в банк, а затем в Линдберг? Сори, раз? Нет, вам ехать не надо. Я займусь ей. Ты женат, Стефан? Ты же ведь не трахайся на стороне. Забери меня через час. Трахаться на стороне. Это было омерзительно, но я не могу говорить на эту тему. Совершенно секретно. Думаешь, полиция интересует, что скажет неудачник вроде тебя? Ты каник? Да. Мне надо обсудить с тобой одно секретное дело. Вон! Вылезай! Проваливай, дебил херов! Иди. Иди, не оборачивайся, Подожди! Подожди, мать твою! Ее часто не бывает дома, но когда она возвращается, всегда дает мне сладости. Заходите. Спасибо. Хотите чего-нибудь выпить? Пиво? Не-не, спасибо. Скажи.
Вы что, вопросы задавать не будете? Так, ты лучник, да? И как, сложно попасть в такую маленькую цель? Надо много тренироваться и знать небольшие уловки, чтобы сконцентрироваться. Знаешь, какой уловки я прибегаю на стрельбище? Снимаю часы, вот так. Иначе промазываю. Однажды попал в мишени рядом со своей. У вас много пистолетов? Нет, только табельное оружие. Мой отец всегда попадает в яблочко. Ладно, Каник. Теперь расскажи мне, что именно ты видел у дома Халдис. Эрки был там. Ты видел, что он сделал? Каник. Ты мой единственный свидетель. Я знаю, это тяжело. Но мы должны поговорить об этом. Каник, такое может случиться с каждым. Когда я был ребенком... Каник... Я просто хочу поймать человека, совершившего ужасную вещь. Но хватит об этом. Давай поменяем эти мокрые штаны. Поднимайся. Почему вы так забавно говорите? Потому что я датчанин. Все датчане смешно разговаривают. Ага. Где у тебя сменные штаны? Вон там. Тебе стало лучше? Да, немного. Я звонил его матери, но она не отвечает. Это займет всего секунду, Карстен. Алло? Нам нужен кто-нибудь, кто побудит с ним. А ты как думаешь? Он один напуган, и Эрки на свободе. Стой! Остановись, я сказал. В следующий раз это будет уже не сосновая шишка. Привал. Полиция располагает фотороботом человека, ограбившего банк. Не может быть. Они блефуют. На мне была маска. Халдис Хорн, зверски убитая мотыгой. А это истинное зло. Мам, я задержусь на работе. Ты не могла бы поесть одна? Бамия, ненавижу бамию. Ты не могла бы приготовить? Извините. В любом случае, я работаю допоздна. Ешь одна. Психолог Сара Раск.
Дверь была открыта. Значит, вы пришли ко мне? Жутковатое место. Что в Эрке такого особенного? Хотите получить более детализированный портрет психа? Просто хочу знать, за кем охочусь. Давайте я расскажу вам о нашей первой встрече. Он пришел вовремя. Я сказал, что мы будем разговаривать в течение 50 минут, и что он сам может выбрать тему. Он не ответил. Просто сидел молча. Я использую молчание как метод, чтобы лучше узнавать людей. В Эрке оно было особенным, успокаивающим, непринужденным. Должно быть, я глубоко задумалась. Поскольку внезапно он встал, собираясь уйти, я сказала ему сесть обратно. Он же просто показал на свое левое запястье. Часов у него не было, но прошло ровно 50 минут. А вы что? Я сказала, что у нас еще 5 минут. Тогда он произнес первое слово. Врунья. Это тоже один из ваших методов? Теперь вы знаете все обо мне? Хотите поговорить об этом? Можно взглянуть на его комнату? Вы занимаетесь другими видами терапии? Я имею в виду за пределами клиники. Зависит от того, кто пациент. Тот несчастный ребенок, который видел все произошедшее. Ему нужен кто-нибудь вроде вас. Хорошо. И вы говорите, что не опасен. Он не убийца. На это вам надо специальное разрешение властей. Вы знаете об этом? Я не хотела, чтобы он жил в этом бункере. Значит, вы были рады, когда он сбежал? Эрки не выносит, когда к нему прикасаются. Но на прошлой неделе мне показалось, что мы так хорошо продвинулись. И я похлопала его по плечу. После этого он был сам не свой. Как он изменился? Ну уж точно не превратился в хладнокровного убийцу. Скорее было подорвано его доверие ко мне. Может быть, поэтому я... Мы все совершаем ошибки. Я была вынуждена размышлять над теми, которые совершили мы. Он и в самом деле много для вас значил. Могу я посмотреть пленку?
Были перебои с электричеством. Похоже, он этим воспользовался. Он мог получить помощь извне? Нет. Выяснил что-нибудь новое о психе? Его имя Эрки Йерма. Без тебя я пропал бы нафиг. Ты мой герой. Как ты это сделал с собакой? Давай так, я задаю вопрос, ты должен на него ответить. Потом ты можешь задать мне вопрос, и я на него отвечу. Пойдет? Почему ты ограбил банк? Что? Почему ты ограбил банк? Ты можешь говорить? У моей матери раковые опухоли по всему телу. Врачи опустили руки. Мол, больше ничего нельзя сделать. Ну ты понимаешь, сокращение штата, все такое. Но с этими деньгами я смогу устроить ее в частную клинику. И может быть, если повезет, она проживет еще полгода. Только не говори, что ты купился. Черт! Ты вообще нечто. Ладно. Это было подло с моей стороны. Теперь моя очередь. Что с тобой не так? Хорошо, спрошу что-нибудь еще. И тебе лучше ответить. Что ты делал в банке? Ты же даже в очереди не стоял. Кондиционер. Этот ответ не считается. Опять моя очередь. Ты знаешь эти места? Да. Знаешь, где мы могли бы заночевать? Этого, конечно, не случится, но... Что бы ты сказал, если бы тебе пришлось описать меня? Если бы ты должен был идентифицировать меня полиции? Моя очередь. Да, ты прав. Давай. В чем твоя проблема? Это что за вопрос? Нет у меня никакой проблемы. Спорю на свою тачку, что ты из дурки сбежал. Теперь я хочу знать, как бы меня описал дебил вроде тебя. Сара бы наверняка сказала, что в детстве тебе не хватало родительской любви. У тебя есть чувство юмора. Меня зовут Морган. А как зовут такого дурачка, как ты? Анна Карин Сольберг Ренинг, нам сказали, что вы видели Эрки Йерму. Может, видела, а может и нет. Зайдите, выпейте кофе. Пойдем выпьем кофе. Я психолог. Приехала к Канику. У вас есть удостоверение? У вас есть что-нибудь сладкое? Нет. Очень мило. Это ты нарисовал? Здесь я тренируюсь для чемпионата на первенство страны. Но участвовать я не буду. Почему? У меня синдром золотого глаза. Золотого глаза? Когда я целюсь, какой-то голос говорит мне, что я промажу.
Тогда у меня начинает кружиться голова, и я промазываю. А ты не можешь заставить этот голос замолчать? Только когда тренируюсь в лесу. Но этого мне делать не разрешают. Очень интересно. А это что? Секретный форт. Секретный форт? Ух ты! Хорошо, что я должна хранить профессиональную тайну. А это что? Речка? Туда я хожу попить. Рядом с домом госпожи Хорн. Каник, расскажи мне, что ты там видел? Ты видел Эрки? Где ты его видел? У нее в доме? Во дворе? Что вы делаете в моем доме? Сара Раск. Я психолог из... Я не приглашала никаких психологов. Я беседовала с вашим сыном в связи с... Ему не нужен психолог. Боже мой, вы не знаете? Чего не знаю? Уедешь всего на день, а... Что это? Покажите ваше удостоверение личности. Стой. Подожди. Это может быть западня. Делай, что я тебе говорю, слышишь? После пойдем поплаваем. Ты воняешь, как массовое захоронение. Останемся здесь, пока не стемнеет. Летом по ночам не темнеет. Я знаю. Идиотом меня считаешь? Ух ты! Идеально! Охрененная прорва денег. Твою мать, вот это интеллект. Твои сеансы у психотерапевта должны быть влетели нам, налогоплательщикам, в цепечку. Я понимаю, когда людям нужна помощь, но ты же наверняка нифига не продвинулся. Извините, вы кто? Это психолог Карстена. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Думала, может, я найду здесь Карстена. Все, что видел Каник, ваш единственный свидетель, это как Эрки сидел на краю леса. Он все равно подозреваемый. Достаточно косвенных улик. И есть другие обстоятельства, указывающие на него. У вас есть доказательства, что в момент убийства он был у ее дома? Расследование еще не завершено.
Но вы же уже признали Эрки виновным. Какие бы факты вам не открыли? Это смешно. Вы, госпожа Хорн, а я убийца. Почему ее отпечатков нет вот здесь? Почему они только здесь, вместе с отпечатками убийцы? Может, она не сопротивлялась. Несмотря на то, что ее ударили мотыгой прямо в лицо. Вы думаете, он подошел к ней и попросил сначала закрыть глаза? Может быть, она была без сознания. Или уже мертва. Я знаю, это не снимает подозрений с Эрки. Но это доказывает, что у вас нет на него доказательств. Может, Эрки влетел в печную трубу? Я не знаю, что произошло, но изо всех сил пытаюсь это выяснить. Обещаю. Прошу прощения. Я знал, что что-то не сходится. Слишком мало крови. Мне кажется, достаточно. Смотри, где она текла. Сбоку. Спереди ничего. Как будто она уже была мертва. Ты хочешь сказать, что она уже была мертва, когда ее ударили мотыгой? Мы действительно нашли следы в лесу, как ты и сказал. Но воспринимай мои выводы с известной долей сомнения. Не будь такой норвежкой, Аги. Ты лучшая из всех, кого я знаю. Сначала я подумала, что этот след от левого ботинка Каника. Но мы так и не нашли отпечатка от правого, так что, скорее всего, это старый след Халдис. Она тоже носила 37 размер. Это тот же размер? Да, но другая обувь. И сам след расположен под другим углом. Они слишком далеко друг от друга. На каком расстоянии? 1.5 метра или метр. Йорги не померил? Нет. А эти? Эти мог оставить преступник. Как и этот? Да. Кроссовки. В банке на Эрке были кроссовки? Да, верно. А это что? Может, камушек в подошве застрял? Мне надо идти. Ты знаешь, как раздражается воспитатель в детском саду? Раск слушает. Это Карстен. Я вам не помешал? Нет, я просто работала. Я все думал о вашей жабе. Что вы поняли обо мне? Что вы поняли об Эрке, когда он... Ничего. Он никогда к ней не прикасался. Нет? Нет, просто сказал, избавься от этого мерзкого существа, или я оторву ей голову и размажу кишки по столу. Это снимает с него подозрения? Едва ли. Сара, я тут подумал, все мои вещи собраны. Я буду ужинать в отеле в районе 9 часов. Если вы не против, мы могли бы поесть вместе. Мы вас ждем. Сара? Минуточку. Сара? Вы сказали в 9? Алло? Шериф сейчас дома с какой-нибудь сучкой. Он не станет работать сверхурочно. Вставай. Пойдем искупаемся перед уходом. Тебе не отвертеться. Ты идешь первым. Быстро окунешься и обратно на берег. Это прочищает мозги, по крайней мере, некоторым из нас.
Давай двигай, мать твою. Снимай свои тряпки, слышишь? Иначе станешь плавать прямо в одежде. Прыгай сам, или я тебя столкну. Ты будешь плавать. Значит, так ты выглядишь, когда напуган. Залезай. Ты воняешь. Залезай, твою мать. Сукин сын, помоги же мне, проклятие. Не видишь, у меня кровь идет. Смотри, что ты наделал. Больной ублюдок. У меня может быть заражение крови, сукин ты сын. Тебя пристрелить надо. Ты хоть понимаешь, как опасен человеческий укус? Полиция все еще разыскивает банковского грабителя Иерки Йорму. Их видели на красном форде. Еще бокал. Непосредственная причастность Иерки Йормы к убийству Халдис Хорн не доказана. Все еще остается неясным, что связывает его с грабителем банка. Мой нос окажется инфицирован. Весь мир инфицирован. Найди мне зеркало. Тому, у кого есть друг, не нужно зеркало. Дерьмо. Йорма сбежал прошлой ночью из психиатрической клиники Лингберг. Приметы. Черные волосы до плеч. Был одет в черную одежду. Эрки Йорму видели рядом с домом убитой. Так это был ты. Тебя они ищут. Но почему именно ты мне подвернулся? Что? Волков боятся. В лес не ходить. Хватит, я знаю, что ты сделаешь. Ты скажешь, что ничего не помнишь. Скажешь, что сделать это тебе заставили голоса в голове. Сядь! Сядь, я сказал. Я знаю, что мы сделаем. У меня есть идея. Я не стану стучать на тебя, а ты не станешь стучать на меня. И мы поделим добычу. Здесь обоим хватит. Еще ты можешь поехать со мной в Швецию. Там мы сядем на корабль и поплывем на Гаити или типа того. Гаити, что скажешь? Разве не здорово? Я бы открыл боулинг для гаитянцев. А ты бы мог... Ты бы мог учить их про собак, зеркала и всему такому.
Закрой крышку. Ты же выбросил его в воду, ублюдок. Закрой. Ладно, ладно, закрыл. Алло, Карстен? Карстен? Что? Что ты сказал? Где ты? Карстен? Алло? Карстен, что происходит? Доброе утро, Карстен. Надеюсь, сегодня ты чувствуешь себя лучше. Что это за открытка? В общем, я забрала ее. Говорит Карстен Скоп из полиции. Кристофер Скарин работает у вас? Да, он здесь. Спасибо. Здесь слишком опасно. Неужели ты не понимаешь? Делай, что хочешь, а я сваливаю. Можешь оставаться и гнить тут. Давай, стреляй, дебил долбаный. Если ты этого не сделаешь, все равно застрелит какой-нибудь из этих мудаков. Ну вот опять. Как ты это выносишь только? Блин, да прекрати ты. Тебе это просто мерещится. Закрой крышку. Что, малыш Эрки боится подвала? Большого темного подвала? Не волнуйся, я не скажу твоей мамочке. Мама умерла. Ты ее, наверное, порешил? Пожалуйста, закрой крышку. Thank you.
Пожалуйста. Ты ведь знаешь, что тех, кто у тебя в голове, на самом деле не существует. Иногда я тоже слышу голоса. Воображаемые, выдуманные голоса. Но совсем не обязательно делать то, что они тебе говорят. Если только они не говорят тебе ограбить банк. Хотя это была моя идея. Ты их видишь? У них чешуя и клыки? Или они добрые и милые? Или они наезжают на тебя? Если так, то не позволяй им. Может, мне надо перекинуться с ними парой ласковых? Эй, там! Хватит доканывать эрки! Или там еще кто-то есть? Двое на одного? Зашибись. Трусы. Один из вас должен уйти, чтобы Эрки смог уладить это дело с глазу на глаз. Пальто не страшно. Оно просто лежит в углу. Пальто? Отцовское. Он обернулся. Пронесся сквозняк, когда она упала с лестницы. О ком ты говоришь? Кто упал с лестницы? Я столкнул ее. Почему? Только не говори мне, что она забрала твоего плюшевого мишку. У нас нет времени ни на кофе, ни на рассказы. Может, все-таки выпьем по-быстрому? Где и когда вы видели Эрки Йорму? Массового убийцу? Его я самого не видел. Согласно этим бумагам, вы его видели. Вы искали красную машину, но взгляните на это. На, глотни. Больно бередить старые раны. Я должен был идти принимать ванну. Мама была швеей, шила свадебные платья. Выключи воду в ванной, пока через край не потекло. Эрки. Эрки. Она сломала себе шею. Из нее вытекла вся кровь. Как такое возможно? Она распарывала старое платье. Красивое старое свадебное платье. Она всегда держала во рту бритвенное лезвие и... Да, но спускаться бегом по лестнице с лезвием во рту, это же идиотизм. Не твоя вина, что она так поступила. Ты был сбитым с толку маленьким ребенком, но теперь у тебя есть я, лучший в мире кореш. И мы с тобой вместе вот с этим свалим из этой картофельной стороны, как только стемнеет. Hey.
Кристофер Скарин. Вы это искали прошлой ночью? Стефан, объяви в розыск Кристофера Скарина. У меня нет времени бегать по твоим поручениям, Карсон. Мы нашли пропавшую машину. Кто-нибудь еще об этом знает? Нет, но скоро будут собаки. Подождите, пока я не приеду. Зачем это? Не сообщай никому. Нет, конечно. Только в бюро позвоню. Чертов идиот. За дело. Нам нужны вертолеты? Безусловно. И докладывайте только мне. Конечно. Кто отдал приказ о начале операции? Я считаю, это был Нерки. Ты же здесь уже давно не работаешь. У него не было мотива. Людям вроде Эрки он и не нужен. Мы идем по ложному следу. Все знают, что это был Эрки. Но дело ведь не в этом. Дело в том, что ты хочешь трахаться с его психиатршей. Вот кто нам нужен. Читай. Это было отправлено за 2 дня до убийства. Читай. Привет, Халдис. С днем рождения. К сожалению, я должен быть на работе. Но я приеду в пятницу. Надеюсь, торт еще останется. Кристофер Скарин, внук сестры Халдис, единственный наследник фермы. Это не он. Почему? Он наверху. Мы его допросили. Если хочешь допросить его снова, в свободное от работы время, пожалуйста. А мы займемся делом. Пошли. Карсон, он пришел и сдался сам 10 минут назад. Это не значит, что он невиновен. Как я уже сказал вашему коллеге, я просто хотел навестить ее. Потом Чинг заболел, и мне пришлось подменять его на работе. У него какая-то болезнь легких. Курит, не останавливаясь. Ближе к делу. Когда я узнал об убийстве, то струхнул. Подумал, что из-за открытки подозрение пойдет на меня. В конце концов, я ведь единственный наследник. Почему ты сразу этого не рассказал?
Не знаю, должно быть, в голове переклинило. А что у тебя с пальцами? Несчастный случай на работе. Я чистил картошку и оперся прямо на... Почему его отпускают? У него есть алиби. Мы давно уже держим Кристофера в поле зрения, он давний знакомец. Так было и в день убийства. Я ничего не знал об этом. Иначе бы я не... Вашу голову... Извините. Сними. Сними их. Но это мои ботинки. Снимай! Я купил их на собственные деньги. У тебя носки разного цвета. У меня сейчас нет стиральной машины, поэтому я... Агги, пойдем. Карстен, эти два следа идут вместе, но это разные. Просто на нем были разные ботинки. Между ними всего 92 сантиметра. Карстен, все факты указывают на Эрки. И если Стефан говорит правду, что вы с Сарой встречаетесь... Может, тебе лучше оставить это дело Стефану и всем нам? Делайте, что хотите. Почему не решили, что это ты убил старушенцию? У них должно быть на тебя что-то еще, кроме того факта, что ты сбежал. Там был один мальчишка. Да ты что? Ты был там. Толстый ребенок. И он тебя видел? Ты знаешь, что ты... Херова тайна. Но я не думаю, что это сделал ты. Привет. Что происходит? Берё забрала дело себе, больше я ничего не могу сделать. Так ты уходишь? Вчера был мой последний день. Если им не нужна моя помощь, значит не нужна. Едва начались сложности, ты тут же бежать? Тебе плевать на расследование и правду, так же, как тебе плевать на меня и на все, что происходит. Включая Арвида. Ведь так зовут твоего сына? Тебя это не касается. Ты называл во сне его имя. Не моя вина, что мы не можем. Карстен, не вмешивайся. Зачем наказывать ребенка? Вы должны уладить все с его матерью. Карстен! Слушай, это мать Каника. Каник пропал. Вы должны немедленно приехать. Он либо здесь, либо пошел сюда. Эта карта вообще настоящая? Это должна быть ферма, он недалеко от поста наблюдения. Сюда. Почему ты не рассказал мне? Они же убьют Эрки. Ты можешь гарантировать безопасность Каника? Ты можешь гарантировать, что Эрки невиновен? И что он не причинит мальчику вреда? Нет, но я доверяю ему. Если ты приложишь усилия, сможешь лечить раны силой мысли.
Бред собачий. Поэтому ты и болеешь. Я не болею. Но раз ты такой здоровый, покажи, как ты это делаешь. Некоторые вещи ты должен делать сам. Я и так понял. Я как-то видел по телеку одного парня, который мог разбить стекло силой мысли. Наверное, просто фокус, но, блин, я был впечатлен. Разбить стекло легко. Надо просто использовать его внутреннее напряжение. Ничего себе дела. Ты бы мог гастролировать с такими шоу. Просто сфокусируй свою энергию. Человек делает это уже на протяжении тысячелетий. Тысячелетий? Как один парень в Нью-Йорке. Он силой мысли мог так натянуть кожу у себя на руке, что она рвалась. Чувство юмора у тебя не отнять. Разбей стекло для меня. Только бутылку. Смотри, не трогай. Разбей вон то окно. Давай. Разбей его. Давай, давай. Охереть, как ты это сделал? Сделай еще раз. Что-то не так. Да фигня все, лучше научи меня. Кто, сходил к мяснику за мясом? Черт, из тебя же кровь прям хлещет. А, теперь я понял. Ты тот самый свидетель копов. Сядь. Это нехорошо, черт. Что нам с ним делать? Карстен! Не надо. Это папин пистолет. Морган. На улице темнеет. Ограбить банк — это как купить киндер-сюрприз. Некоторым счастливчикам достается игрушка, а у меня всегда куча гребаных деталей. Хотите шоколада? Дай сюда. Черт, вкусно. А холодного пива у тебя нет?
Так, ты был свидетелем убийства? Я просто увидел его, а потом убежал. Да ты что, правда? Зачем же тогда ябедничать копам? Я просто отвечал на их вопросы. Да брось. Разумеется, это ябедничал. Ты знал ту старуху? Я не думаю, что ее убил Эрки. Но он бы, наверное, сказал, что сделал он. Можно я теперь пойду? Мы с вами можем пойти ко мне домой. У меня есть шоколад и холодное пиво. Предлагаешь бросить Эрки здесь? Ты не втыкаешь. Эрки со мной. Я ответственен за него. Эрки, что будем делать с жердяем? Датский ублюдок. Неважно. Черт. Черт возьми, Эрки. Ты не можешь просто взять и уйти. Мы же едем с тобой в путешествие, ты и я, Эрки. Что случилось? Это была стрела. Чёртова стрела. Эрки. Успокойся, Каник. Тебе нечего бояться. Каник, успокойся. Твою мать. Делай предупредительные выстрелы. Нет! Нет! Карстен. Карстен. Земля к земле. Пепел к пеплу.
Прах к праху. Здравствуйте. У вас двоих, должно быть, связывали особые отношения. Эрки говорил обо мне? Да. Правда? Да. Он называл вас своим маленьким ангелом. Говорил, что вы всегда были с ним, где бы он ни находился. Я просто хотел сказать, что Эрки заслуживал гораздо большего, чем это. Если вас это утешит, я по-прежнему считаю, что он был невиновен. Смотрю, вы снова на ногах. Здравствуйте. Спасибо, что спасли Канику жизнь. Я просто делал свою работу. Вы же уволились за день до этого. Так что то, что вы сделали, это другое. Это открыло мне глаза. Каник, все для меня. Вот билеты на соревнования лучников. Но вы, наверное, сегодня уезжаете. Я приду. Хорошо. Вон Каник. Ты стреляешь в перчатках? Да, иначе подушечки болят. Обычно их надевают только на ту руку, которая натягивает тетиву. Но я надеваю на обе. Это моя фишка. Они специальные. У них всего по три пальца. У тебя и ботинки новые, да? А перчатки почему новые? Старые я выбросил. Где ты их выбросил? Где, Каник? Там же, где и ботинки? Носить разные ботинки тоже твоя фишка, да? Вот вы где. Ты врал. Ты сказал, что видел Эрки. Так и было, я его видел. Нет. Это Эрки видел тебя. Сейчас Эрки правду не скажет. Да и кто бы ему поверил? Он видел, как ты стреляешь по двери Халди. Как ты это обычно делаешь. Я не понимаю, о чем вы говорите. Представь, каково это, когда тебе в голову летит стрела. Ты что, забыл о своем золотом глазе? Нет у меня золотого глаза, я никогда не промахиваюсь.
те голоса в голове, которые говорят, что ты промажешь. Даже я их слышу. Хватит с меня! Для нее это будет нелегко. Для него тоже. Верно. Бедный мальчик. Что? Карстен, все эти разговоры про Данию. Ты и правда уезжаешь? Нет, не уезжаю. Здесь у меня маленький сын, о котором я должен заботиться. Как будто ты сама не поняла этого по той жабе.